Красноярске отметили хакасский национальный праздник Тунпайрам или Первый Айран. В древности этот день знаменовал весенний выгон скота на пастбище и получение молока, из которого и делается напиток. Первый Айран считается священным, его ни в коем случае нельзя выливать, только пить. Традиционно в честь праздника устраивают танцы и проводят состязания на силу и меткость. Перетягивают палку, кидают в цель дротики и борются на руках. Все это часть межкультурного проекта, объединяющего народы, живущие на берегах Енисея. Для чего проводим? В основном, чтобы подготовиться к интерземлячеству. У нас интерземлячество, межнациональный праздник такой спортивный есть. Вот. И мы вот готовим своих спортсменов.